на Ивана. Но еще он дал наказ. Сейчас я вам его зачитаю. На царевича Ивана. Точно. И стрелу нужно принести, которую Иван потерял. Вот так. Терял. Где стрела? Наша. О, пусть все мы отдадим. И Ивана, и стрелу. Уговор дороже денег. Нет у них стрелы, не верю. У нас. Не хотите, значит, по-хорошему, да? Тогда приглашаю вас к царю на подписание данного договора. Че, деловая, да? Да, деловая. Умная, че ли, да? Умная бабушка, умная. Умная. Погода и прогноз.